Сегодня 23 сентября. Как бы тишина в лесу. Ветерок. Что-то часов 10, наверное. Вот это было темно тучи. Хорошо, дождика нет. Иду за брусникой. Вон с дальние сопки. Сюда на самую вершину. Подножие я пособирал. Теперь надо двигаться на вершину. Там тоже есть брусника обычно. Бывает, уже 30 литров собрал. Сейчас пойду. Хотя бы 10 литров собрать сегодня. Больше не надо. Там на следующих выходных еще вороники надо набрать. Вообще тихо так в лесу, никого нет. Такая красота. Люди почему-то не ходят. Грибов, кстати, много. Ну, по пути нашел белый и кучку под осиновик. Несколько подберезок, но больше не стал брать. На обратном пути буду брать. Может, смысл какой туда тащить. Я беру только самый маленький. Ну, белый, конечно. И самый маленький, крепенький. Пошел туда, идти с грузом и там обратно. Совершенно не вижу. За это озеро мне перейти. Полюбуйтесь природой. Там тундра. Моя любимая тундра. Облака так быстро плывут. После 12 обещали дождик. Погода сегодня плюс 14. Горки я смотрел. Обещали, да, 18. Но здесь прохладнее будет. Там уже особенно вот там наверху, там все время ветер. И холоднее намного. Там даже снег тает очень долго. Допустим, в лесу в городе растаял. В этих лесах растаял. А на тасопке он долго лежит. Собрал порядка 12 литров, листья или 12, так, брусники, грибов, вот, это, подберезовик. Погода сегодня еле не жалкая, дождик еле-еле помросил и перестал. Напоминаю, 23 сентября, 18 градусов тепла. Да уж. Вот, иду в сторону дома, идти мне часа. Наверное. Тут ручей протекает. И красивый. Я его поснимал. Уже совсем поздние грибы. Я думаю, последний. Больше не будет. Ветер сильный. Не знаю, как звук запишется.